Барев Харгелин Кернер, что в переводе с армянского значит «Здравствуйте, дорогие друзья!». Сегодня наш последний урок по знакомству с Proper, и речь пойдет о Proper PhysGAN Interaction. Данная entity задает дополнительные свойства физобъектам, которые может поднять гравипушка. Открываем свойства. Use angle than carrying. Поворачивает ли модель заданным углом к нам к лицу? И я решил, что данная модель будет всегда повернута этой стороной кверху. Stick to walls. Застревает ли модель в стенах, по примеру циркулярного диска из Half-Life? Great Blood Splatter. Создавать ли кровавые следы на объектах, в которые мы швыряем свою модель? Это свойство может не работать. Always break then launcher. Модель всегда будет взрываться при ее броске. Если у вас проблемы с этим свойством, не забудьте обратить свое внимание на настройки нашего Proper Physic. Они могут конфликтовать. Create Paint Splatter. Создавать ли следы краски на объектах, которые мы швыряем свою модель? Ну, по примеру, баночки из Half-Life 2. Implate Enemies. Имеется в виду, убивать ли врагов с одного китка броска. Spin on Ledge. Будет ли вращаться наша модель во время ее броска? Случайные обороты, без них или по горизонтали? Ignite Nearby Enemies. Поджигать ли врагов, в которых брошена модель? Опять же, смотрим свойства Proper Physic. Ну, вот вроде бы и все. Я бы хотел еще снять урок о Proper Body Group, но, судя по всему, данная entity не рабочая. Благодарю за внимание, за понимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Аджох.